Сегодня мне хочется вам представить острый перец, который называется Cayenne Long Slim от агрофирмы Аэлита. Этот сорт перца считается классикой среди острых перцев. Он популярен во всем мире. Своим очень гармоничным, богатым вкусом и насыщенным ярким ароматом. Сорт раннеспелый. От всходов до начала созревания 105-110 дней. Вкус довольно раскидистый, поэтому я его всегда связываю, чтобы чуть-чуть его сделать поменьше, иначе он занимает очень много места. В открытом грунте он у меня вырос примерно, ну, где-то 55 сантиметров. Ну, а если вы будете выращивать в теплице, то высота растения может быть до 1 метра. Этот острый перец я никогда не формирую. Я просто высаживаю рассаду в открытый грунт. Вот основной стебель. Ну, а дальше по всему стеблю начинают расти боковые побеги. И их здесь просто не сосчитать. За счет этого получается такая большая урожайность. Плодоносит просто бесконечно. Вот сейчас у нас уже сентябрь, первая декада, а он до сих пор цветет и завязывает новые плоды. Конечно, если вы хотите продлить плодоношение этого сорта, то его лучше высадить в теплицу. Тогда он у вас там будет расти подольше, но, естественно, вы получите больше урожая. Хотя, я думаю, куда еще больше. Такую форму плодов называют хоботовидной. Плоды чуть-чуть загибаются, они капельку морщинистые. Бывают вот такие плоды сильно загнутые. Ну и вообще, в зависимости от холода, от погоды, форма плодов может меняться. Ну а по весу они примерно 8-10 граммов. Ну, некоторые бывают чуть-чуть потяжелее. Ну а вот так меняется цвет перчиков по мере созревания. Сначала темно-зеленый насыщенный, потом они буреют, становятся ярко-оранжевыми, ну и в полной спелости приобретают алый окрас. В домашней кулинарии эти яркие перчинки можно использовать при консервировании овощей на зиму, для изготовления специй, соусов, маринадов. Мне нравится делать из этого сорта аджику. Ну и, конечно, я их люблю употреблять в свежем виде. Если вы еще не знакомы с острым перцем Cayenne Long Slim, я, конечно же, вам рекомендую его вырастить на следующий сезон. Он вам понравится и надолго задержится на вашем огороде. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!